Всем привет! И сегодня покажу вам одно из самых топовых упражнений для тренировки борьбы крюком. Для этого нам понадобится широкая ручка диаметром 56 мм. Самое основное, ставим локоть, фиксируем на подушке. Локоть не движется, и отсюда выполняем сгибание, максимально прижимая бицепс, предплечье и кисть. И делаем в таком темпе, плавненько, спокойненько. Сейчас я зайду в зал, покажу вам, как это будет выглядеть уже за столом. Если вам было полезно это упражнение, напишите в комментариях и до новых встреч!